Здравствуйте, дорогие дамы и господа, и добро пожаловать на Дима Грей 123 Латвия. И сегодня мы с вами поговорим про такую тему, очень-очень популярную в Латвии, это образование. И что сейчас стоит с образованием, и вообще, как эта отрасль влияет на другие отрасли. Сегодня мы с вами также об этом поговорим. Итак, давайте же посмотрим, какую я заставку сделал для данной отрасли. Видите, сова читает книжку, и тут еще зайчик на книгах. Это очень прикольно. В принципе, эта заставка состоит из разных частей, которые составляют файл PNG. Видите, как классно я сделал. Я сам стиль разработал. Но это уже так, мы просто отвлеклись от темы. Но сегодня мы начинаем говорить с вами на такую серьезную тему, как образование. И поехали. Первый слайд у нас состоит из карты. Мы здесь можем видеть чисто визуально, где какие школы находятся и как вообще школа, насколько она отличается, на какое расстояние стоит от домов, от жилых. Как вы можете видеть, в Латвии так принято строить школы, чтобы они были одна школа как бы на один район. Видите, районы вообще в Риге, они разделены на секторы. Видите, как классно, одна школа, и здесь жилой район. Например, 49-я средняя школа, 22-я средняя школа, куда я ходил в бассейн. Вот, или это Анна Драудзини была виду школы. Я не знаю, это школа вообще 22-я или нет. Но, скорее всего, если я даже ошибся, это ничего страшного. Ну, потому что это было очень давно, когда я ходил в бассейн плавать. Так, Валс, третья гимназия. Видите, и все здесь школы есть, как бы, и даже моя школа, где я учусь и работаю. Помните, у меня был видеоролик, где я про мое рабочее место. Вот. Вот в этой школе я учусь. Видите, она находится в самом центре города. Мне вообще было от школы идти от дома до школы идти где-то буквально 5 минут. И не 5 минут, а точнее даже 2 минуты. Вот. И я уже как бы за углом. Я нажил на Лачпашу улице, а моя школа находилась на Тербатес. Эта улица находится очень-очень близко к Лачпаше. Соседний квартал, там через дорогу пару домов, и я уже в школе. Мне было очень удобно, поэтому я ходил в 40-ю школу. У меня эту школу закончили дедушка, мама. Да, вот, это династия целая. Я докончил в этой школе, учился 9 класса, вот, а сейчас я там работаю. Вот, ну, такие вот дела. Вац гимназия. Видите, как классно. Вот так вот, какое вот расположение домов и все остальное. Есть еще сельские школы, но сельские школы там одна школа на весь поселок. Это тоже очень-очень неплохо, потому что когда в селе школа находится, это очень хорошо, потому что именно из-за школы как бы создается много рабочих мест, и не только рабочие места, но и вообще народ начинает жить нормально, создается то есть общество вокруг школы, и дети тогда могут идти в эту школу и заниматься своими делами, уроками. И это очень хорошо. Вот у нас, например, где дача у меня находилась, раньше там не школа сельская была, так она вообще теперь она заброшена, и просто она обанкротилась, она была основная школа, вот, и эта школа, короче, сейчас не то, что она заброшенная, она ее просто переделали под клуб. Теперь там клуб находится. Раньше там был бюро переводов, до этого, после школы, точнее. Вот это вот мы можем видеть самое главное, самое ценнейшее, что есть на Земле, это зарплаты учителей. Как вы можете видеть, учитель начальной школы получает 1251 и 52 евро.
заместитель директора школы 1488 евро, учитель средней школы 1264 евро. Это я тут так округлил достаточно, но зарплаты они начинаются от того-то, от того-то. Я не буду говорить целый список от кого-то до того-то, потому что это нужно целый список мне иметь перед носом, чтобы читать. Но я это не подготовил, поэтому буду так, как есть, читать. Это самые сильные зарплаты, то есть самые высокие. 2414 евро, видите, 2003 евро и уборщица 689 евро. И вот, здесь зарплаты. Учитель начальной школы 14%, уборщица 7%, торговый представитель медицинской фармацевтической компании 22%, директор школы 27%, учитель средней школы 14%. Это достаточно мало для учителя средней школы, как вы можете видеть здесь. Но график, он очень справедливый и точный. Это зарплаты на 2022 учебный год, 2023. Видите, как классно. Сельские школы. Итак, ну, в Латвии есть разные типы школы. И здесь отображены, какие школы в Латвии есть, какие типы школы есть. Сельские школы, как вы можете видеть, я уже рассказывал вам про сельские школы, как они организованы и все остальное. Начальная школа. Начальные школы, они могут быть как отдельные школы. Памат-школы бывают такие школы. Памат-школа – это начальная школа. Сельские школы – это и есть начальные школы. Памат изглытība. Хотя нет, начальная школа – это сакум изглытība. Да. А изглытоеша естады – начальная школа. Средняя школа – это видус-школа. Видите, начальная школа, она начинается как бы с 1 по 7 класс, потом средняя школа с 7 по 12. Точнее, средняя школа уже начинается с 10 класса по 12. Вот. Нет, я немножко ошибся. С 1 по 9 класс это у нас начальная школа. А, да, начальная школа, может быть, это и есть. С 1 по 9 класс. Хотя Памат-школа, ну это так, ну, и есть, все звучит, я просто перепутал немножечко. Вот, университеты, здесь детский сад, видите, детский сад сначала, конечно, начинается, потом уже школа идет с первого класса там. Но ну, детские сады, они бывают как отдельные здания, ну, школы, обычные типовые детские сады, ну, и школы, они очень типичные, они еще остались Советского Союза, наследие Советского Союза. И вот они до сих пор стоят вот такие вот, как в Советском Союзе были школы, и многие школы такие остались. Только их там немножко подреновировали и по-другому все перестроили. Ну вот, такой вот. Итак, давайте же поговорим сейчас о такой диве. Дивный, о министре образования. Анита Мужница, настоящее имя Анита Шкутане, 27 ноября 1987 года, Рига, латвийский педагог и политик, бывший министр образования и науки Латвии и 13 лет. Депутат Сейма, представлял партию консерваторы, ранее новая консервативная партия. Родилась в Риге, высшее образование получила в 2010 году в Рижской международной школе экономики и делового администрирования по специальности деловое администрирование. В 2018 году получила степень бакалавра педагогики на факультете педагогики, психологии и искусства Латвийского университета. В 2019 получила степень магистра педагогических наук в Латвийском университете. Вот так вот. Такие вот сведения о Аните Мужнице. Это вот достаточно такой крылатый
крылатая дамочка, очень-очень такая приветливая, красивая, вот. Но правда, единственное, что раньше был штаб защиты русских школ, там все остальное такое, но это чисто другая тема немножечко, но и был у нас такой еще Карлос Шадурский, вот, но он, короче, хотел сделать так, чтобы в Латвии было ну, большая часть предметов составляла преподавание на латышском языке. Ну, сейчас его реформа, ну, катилась вниз по наклонной лестнице. И сейчас 60 на 40. Сейчас вообще, раньше вот, когда я учился, например, было образование 60 на 40. Вот 60% идет на латышском языке и предметов, и 40% на русском языке. То есть в Латвии нету как бы полностью русских школ. Есть, короче, такие школы, как частные школы, вот частные школы там это отдельная богадельня, как бы считается, и частные школы они спонсируются с помощью родителей и специальных организаций, но отдельных, вот, а государственная школа это государственное финансирование, и поэтому в частных школах преподавание, вот когда я учился в 2007 году, и не в 2007 году, а в 2010. У нас образование у меня было в школе полностью на русском языке. Ну вот, потом я 2 года отучился в одной школе, среднее образование с 10 по 11 и ушел. Потому что мне ну, условия учебные не понравились. Вот, и ну, там прикольно, в принципе, но единственное, что полностью мужская школа, и мне это не нравилось очень, поэтому такие вот дела. Вот, но так, в принципе, если так посмотреть, и там немножечко другое отношение было, ну, очень даже хорошее, преподаватели очень были ответственные, отзывчивые люди. Вот, но мне понравилось, там преподаватель хороший, но она была мужская, а я с мужчинами не могу заниматься, потому что я блок поставил. Но я уже вам говорил про это. Из-за этого я, в принципе, и завалил школу. Я сначала учился в 40-й школе, потом я перешел в частную школу, вот полностью русскую, потом уже 12 класс закончил в чисто латышской удаленной школе по государственной программе 12-11 класс. То есть я два раза в своей жизни заканчивал 11 класс, получается так. Потому что у меня там слабая программа была. Вот, следующее идет, это электронный классный журнал. Мы уже много раз о нем говорили, на самом-то деле. Э-классы, схема его ну, работы. Здесь написано, Э-классы – это латвийская электронная система управления школой, которая представляет всю необходимую педагогического процесса документацию. Он предназначен для учителей, учеников, школьных нужд, электронный дневник, журнал занятий, анализ процесса обучения, а также варианты общения. Некоторые опции, такие ежемесячный транскрипт, доступны в Е-класс только в семейном пакете, который является платным. Данная услуга, короче, это платная, конечно, там некоторые услуги, которые для родителей, они семейный комплект и все остальное, они, конечно, идут платные. То есть родитель платит за эту услугу, и тогда он может прямо на телефон получать от своего чада, от учителей оценки, как ребенок учится в данной степени. То есть все высвечивается на экране телефона, все оценки и все замечания учителей тоже отображаются. То есть тут не только замечания, но и домашнее задание учитель пишет каждой теме, например. Вот, и тут также в конце года компьютер сам автоматически, учителю ничего не надо делать, сам выставляет годовую оценку. И в Латвии есть как две системы основных. Это
ну, годовая оценка первого полугодия, второго полугодия и уже годовая оценка. И это все выставляется в табель. Мы потом про это поговорим обязательно, потому что у меня будет даже с фотографией, как это все выглядит, табель, аттестаты, вот, данные системы. Также здесь есть возможность, как бы учитель с учеником может также переписываться, как в виде послания, в виде письма электронного, здесь также может переписываться, а также может в формате видеочата с родителем проговорить все темы. То есть, если учитель вызывает, например, родителя поговорить, то это можно сделать как бы даже возможно виртуально. Представляете? То есть, это данная услуга даже возможна в данном пакете. Итак, E-класс, вот это такой журнал. Ну, теперь следующий слайд. Итак, это вот календарь экзаменов. Это у нас, я даже не знаю, какой год. Девятый. Это у нас год, даже непонятно какой, но вот мы можем видеть, какие предметы сейчас на данный момент актуальны. Есть экономика, такой предмет, МАЦ и БУВ, ВАЛВОД. Это, видите, экзамены, то есть проходят у нас в июле, да, в июле, в июне точнее, вот. Вот сейчас. Нет. В июне, да, и проходит вот так. Ну, сейчас мы не просмотрели это. Хочу вернуться на... Да, ладно. И тут вот указана сама структура образования, схема образования. Образование в Латвии, латвийская система образования состоит из дошкольного образования, основного образования, среднего образования и высшего образования. Общее образование длится в общей сложности 12 лет, включая обязательное образование, 9-летнее начальное образование, 3-летнее среднее образование. Кроме того, дошкольное образование в возрасте 5-6 лет является обязательным в Латвии. Уровень базового образования включает общее базовое образование с 1 по 9 класс и профессиональное базовое образование. Уровень среднего образования включает общее среднее образование, среднее профессиональное образование, профессиональное... Labdien! Sāksim latviešu valodas eksāmenu mutvārdu daļu. Lūdzu, pirmais runātājs. Sveiki! Mani sauc Emīls, un šodien es esmu izvēlējies tēmu Latvijas jauniešu priekšstatu par kultūras kanonu. Tātad, pirms kādu laiku man klases biedri mācību ietvaros vēlējās veikt pētījumu par kultūras kanonu. Taču beigās viņas ideja tā arī turpat izplēnēja un neko viņa tālāk ar to neizdarīja. Bet mani šis temats ārkārtīgi interesēja. Un tā kā pats esmu liels kino, mūzikas un mākslas fans, es gribēju arī uzzināt, cik lielu lomu šāda tematika spēlēja manu vienaudžu vidū. Proti, cik svarīgi viņiem ir Latvijas kultūras un vērtības saglabāšana. Lai nerastos nekādas domstarpības, jau sākumā vēlos precizēt, ka kultūras kanons ir Latvijas kultūras augstāko sasniegumu apkopojums, precīzi 99 filmas, mūzikas un dažādu citādu veidu mākslas sasniegumu un kultūras sasniegumu, kuras ir izvēlējušies speciālisti 7 nozarēs. Un šīs nozares būtu arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla un vizuālā māksla, kā arī tautu tradīcijas. Jāņem vērā viens būtisks faktors, ka aptaujājot dažādas jauniešu grupas,
arī viedokļi būs ļoti dažādi. Proti Murjāņu sporta skolā un Emīla Dārziņa mūzikas skolā viennozīmīgi atšķirsies viedokļi par dažiem jautājumiem. Kādā aptaujā, kuru veica cilvēki, aptaujājot 750 jauniešus, atklājās tādas vienkāršas patiesības, kā tas, ka 100% aptaujātiem zināja, kas ir dziesmu svētki un brīvības piemineklis. Taču bēdīgāk rezultāti parādījās, kad tika jautāts par kino, skatuves mākslu un vizuālo mākslu, jo par tādām lietām zināja vien daži. Tas man šķiet savādi, tāpēc tieši šo jomu pārstāvji ir vispazīstamākie ārpus Latvijas robežām. Vēl daudz no aptaujātajiem pauda savas bažas par to, ka ārzemju, precīzāk Amerikas un Rietumu kultūru, varētu aizēnot mūsu pašu Latvijas tradīcijas, kā piemēram var sniegt Halloween un Valentīna dienas popularitāti. Jautājums no manas puses šajā situācijā būtu, kāpēc mēs izjūtam tādu vēli pēc šiem jaunajiem svētkiem, vai tā ir kaut kāda nezināšana par mūsu pašu kultūras tradīcijām vai arī vienkārši bara efekts. Nu, pagaidām atbildes man vēl nav un jautājums paliek atvērts. Vēl arī cilvēki komentēja, ka padomju ietekme arī ir atstājusi viennozīmīgas pēdas mūsu tautas kultūrā. Līdzīgas rezultātas varēja novērot arī manā aptaujā, kur veica savas klases ietvaros. 32% no maniem pazusbiedriem uzskatīja, ka kultūras kanons ir nepieciešams, lai neaizmirst Latvijas tautas vērtības. 21% uzskatīja, ka Latvijas kultūras atšķirības no citām kultūrām ir iemesls, kāpēc kultūras kanāls ir nepieciešams. 19% uzsvēra, ka kultūras kanāls ir vajadzīgs tāpēc, lai ārzemnieki varētu iepazīt Latvijas kultūras augstākos sasniegumus, taču 15% bija pārliecināti, ka tas vienkārši ir veids, kā izvērtēt paliekošo no aizejošā. Man personīgi kultūras kanonā rodas daži jautājumi, piemēram, kāpēc tieši šī dziesma vai šī filma ir iekļuvusi tajā, taču vēl kalpa, piemēram, nav. Turpat vienam senā ir. Mūzikas jomā man šķiet domstarpības būs mazākas. Lielākoties visi var vienoties, ka melanholiskais valses vai Daugava ir viennozīmīgi vērti šādā pozīcijā kultūras kanonā. Secinājums varētu būt tāds, ka jauniešu un pieaugušo cilvēku viedokļi ir tikpat vērti kultūras kanonu skatījumā, tāpēc, ka cik cilvēki tik viedokļi. Un galvenais ir atcerēties, ka mūsu kultūra ir jāsargā un jāglabā mūsu pašiem, tāpēc, ka neviens no Gruzijas, Amerikas, Lietuvas vai Ķīnas nevarāks to darīt. Paldies! Jātāji! Kas ir kultūra? Выписка моих оценок в виде графика по в 10 классе, когда я учился в основной школе, в частной школе, полностью русской и в латышской. Как вы можете видеть, здесь в латышской школе я лучше учился, чем в русской. В латышской удаленной школе я лучше учился. Видите, по оценкам это видно все. Здесь все отображается, видите? Итак, свидетельство об общем образовании в силе до 1.09.2024 года параллельно новым правилам государственных стандартов начального основного образования. Правило КМ номер 747 в силе с 1.09.2020 года, подтверждающие освоение следующих навыков: разнообразный опыт обучения, способность самостоятельно учиться, находить решения практических проблем, умение самостоятельно планировать, организовывать процесс обучения, умение использовать в учебном процессе различные виды информации, консультироваться, найти необходимую помощь. Видите, как в государственном образце выглядит выписка годовых оценок.
годовые оценки. Вот здесь подпись классной руководительницы и директора. И печать ставится. И еще корочка красную мне дают, как государственный образец. Мы уже говорили про это с вами. А это почему, это сайт такой уникальный, почему в Латвии именно учиться на латышском языке очень даже прикольно, потому что есть в Латвии такой сайт, куда может любой пользователь зайти, зарегистрироваться, и потом свои работы домашние он выкладывает в сеть, и потом там отличники выкладывают свои уже готовые работы, и там можно за деньги через смс-ку отправляешь, и все. И тогда получаешь варианты ответов, там все остальное. Это настоящий бизнес, хороший, полноценный. И сразу можно найти все правильные ответы и получить хорошую оценку. Поэтому, видите, такой халявный сайт. Welcome to Salaspils Secondary School Number 1. Currently, studies are held across two buildings. The school was opened in 1967. Back then, everybody studied in this building, and studies were held in both Latvian and Russian. Since 1967, this building has been repainted and renovated. Additionally, our schoolyard has been upgraded with an active lifestyle in mind, as students are encouraged to go outside in between lessons. Today, there are 1,151 students in total, as well as 97 teachers. That's more than the first building can house. Therefore, since 2017, our school has a new building for students from 7th to 12th grade. In our school, everybody is different, each with their own interests, and this school gives everyone a chance to develop. Salaspils Secondary School Number 1 offers its students a chance to study mathematics, science, foreign languages, and ICT in depth. Of course, the primary task of a school is to allow its students to gain knowledge. Our school's teachers ensure that we can find each and every different subject interesting. In lessons, we develop the skills needed later in life, including when building a career, learning to analyze, compare, state and substantiate opinions. For instance, in history lessons, history comes to life, allowing students to better understand both the past and present. In lessons, we're keeping up with the times and stepping out of our usual boundaries. Our school offers a chance to enrich our language and our imagination, and we use technology to get what we need much quicker, whether we're at home or in class. Teachers are not afraid of making students experiment, check, conclude, and sometimes try again, because when working by and for ourselves, we often gain much more. Our school is very strong in information technology. Students begin studying computer science in first grade, and from third grade, they can get involved in our school's robotics group and even take part in national level competitions. In our lessons, students can learn to use the newest apps or code them. We also use 3D printers in studies, learning how to create 3D models and how to print them, sometimes using that knowledge to print things for other subjects or for school events. Salaspils is an athletic city. In Salaspils, there are opportunities to practice 15 different sports, and Salaspils is the home of various champions. In our sports lessons, we learn to love physical activities. We learn to improve our own skills, but also our skills working in a team. Our school has the title of Eco School. That means that in our daily lives, we invoke the principles of green thinking, nature protection, and healthy lifestyle. In our school, we sort our rubbish and try to stay away from plastic packaging. And for what is now the third year in a row, every Tuesday morning, our youngest students begin the day moving, as the head of our school's Eco Council organizes morning gymnastics. But when our school's set of physical activities still doesn't quite feel like enough, we play our own sports. And I mean literally our own sports. Here are our school's 10th graders playing their own most popular sport, Jutta Balls. Oh, and we have a swimming pool as well.
For our youngest students, swimming is a subject in its own right, but all of us can attend whenever they like. And after diligent studying or physical activity, we can satisfy our hunger with lunch. Our school offers free lunch for every single student, and our canteen has been set up to allow for casual talk in a cozy environment. But you may have something to eat with you, or maybe you just want a cup of tea and nothing else. Our students have access to our kitchen, part of the housekeeping and tech classroom, where you can cook your own food or get water boiling, though the kitchen's main use is to teach our students the key things on cooking. In Salaspils Secondary School Number 1, each of us can find our own place, develop and grow. Our supporting and understanding teachers are always behind us, and they certainly do their job very well. Our school offers activities during lessons and after lessons. We are proud to study here. Итак, смотри. Так, Университет наук и технологий в Латвии в Елгаве осуществлял свою деятельность еще до со времен основания республики. Именно поэтому имеет богатую историю. Университет был несколько раз переименован, но не изменил основной род деятельности, а оргокультура. В ВУЗе можно учиться таким специальностям, как ветеринар, агроном, программист и многим другим. ВУЗ поделен на 8 факультетов, которые расположены в городе Елгово в разных зданиях. Помощь студентам в университете есть библиотека, в которой можно найти все необходимые учебные пособия. И на территории всего корпуса работает бесплатный Wi-Fi, доступный для всех студентов. Университет предлагает размещение в студенческом общежитии. Обычно комната на двоих студентов. Получить образование агрономом в университете Латвии можно только на платной основе 2400 евро в год. Подавать свои заявки иностранцы могут до 1 июля. Итак. Технический университет. Государственный университет Латвии открыл свои двери в начале прошлого века. Начиная с тех пор, продолжает свою работу. Учиться в нем можно на разных факультетах и на обоих языках, латышском и английском. Прием заявок для большинства программ заканчивается 30 июня. Вот для медицины и стоматологии заканчивается 15 мая. Стоимость обучения 4750 до 12 000 евро. Музыкальная академия. Достаточно нестандартное высшее учебное заведение для тех, кто решил связать свою жизнь с музыкой. Диплом обычно разрешает не только работать, но и преподавать. Поступить в музыкальную академию в Латвии можно сразу после школы и учиться на английском языке. Дополнительно кандидатов могут попросить сдать вступительные экзамены, такие как хоровое пение, игра на струнных духовых инструментах, история музыки, различные музыкальные направления и многое другое. Все зависит от программы, на которой иностранец хочет учиться подобно. Указывать администрации программы университета. Академия культуры. Обучаться в Академии культуры можно по различным творческим направлениям. Музыка, танцы, актерское мастерство, гуманитарные науки. Каждый факультет обладает свое неправдаемой атмосферой, чем привлекает студентов всего мира. Учебное заведение расположено в Риге, а значит, студенту не придется скучать, а свободное от занятий время. Музеи, галереи, выставки стоят дешевле предъявления студенческого билета при порядка 180 евро за один месяц. Студенты получают за эти деньги комнату на двоих, бесплатный Wi-Fi. Также включены расходы электричества, отопления и воду.
Спорта, Академия спорта. Академия спорта — единственное учебное заведение, которое специализируется в обучении тренеров. Руководители Академии состоят из 11 факультетов, специализирующихся на одном виде спорта. Долгое время в Академии спорта Латвии можно было учиться только на латышском языке. Для иностранных студентов введена программа на английском языке. Стоимость обучения Академии спорта начинается 1700 евро до состоит. Стоит заметить, что некоторые программы обучения не дают диплом бакалавра, а только специалиста. Обучение на них обычно длится 2 года. Стоит заметить, что кандидаты должны сдавать письменный экзамен на знание базовых терминов спорта и здоровья. Рязанская академия. Рязанская академия технологий всего 3 факультета: экономика, менеджмент и инженеринг, лингвистика, история, дизайн. Академия имеет богатую историю. Но она принимала студентов все время, начиная с самого открытия в начале прошлого столетия. При академии есть спортивный комплекс. Студенты могут работать, играть в футбол, волейбол, а также заниматься фитнесом. Стоимость обучения на английском языке 3200 евро. Венспилский университет прикладных наук. Один из самых молодых вузов. Венспилский университет прикладных наук был основан в 1997 году. В университете учатся 900 студентов. Поступать можно на 3 факультета: лингвистика, перевода, экономика и менеджмент, информационные технологии. Несмотря на то, что в университете учится достаточно большое количество студентов, образование в нем хорошее, и диплом признается по всему миру. Университет имеет много конкурентов не только в Латвии, но и в Европе, поэтому активно проводит исследования, постоянно внедряет новшества в программу обучения. При привлечении иностранных студентов университет прикладных наук подготовил программы на английском языке, куда могут поступать все желающие. Неужели? Так, Виземский университет. Виземский университет прикладных наук предлагает получить магистратуру и диплом международного образца в сферах бизнеса, экономики, медиа, информационной технологии, кибертехнологиях, виртуальной реальности. Подать заявку. Свою заявку можно до первого приглашения. Ссылается в мае. Туриба основан направлении латышского колледжа. Туриба является бизнес-менеджмент в разных сферах обучения. Платная составляет 3000 евро в год. Граждан стран, не входящих в ЕС, колледж направлен на иностранных студентов, поэтому большинство учебных программ ведутся на английском языке. Туризма предлагает получить диплом бакалавра или магистра в сфере бизнеса и менеджмента. Цена на обучение начинается от 3000 евро. Для граждан России, Беларуси и Украины действует скидка. 2000. Учеба стоит всего 2500 евро. Институт транспорта и телекоммуникации получить степень бакалавра магистра могут не только на основных сферах деятельности института, но и в экономике, менеджменте, бизнесе, обучении. Институт транспорта и телекоммуникации платно составляет 2700 евро. Бакалавриата 3600 евро. Магистратура. Университет имени Страдана. Университет, расположенный в Риге, столице, был назван в честь выдающегося Страдани. Главное направление в этом вузе — медицина,
факультетах европейские исследования, фармакология, медицина, здравоохранение, реабилитация, стоматология, юриспруденция, коммуникации. Чтобы получить степень в университете, им не сразу нужно учиться 4 до 6 лет. Стоимость обучения в столичном медицинском вузе составляет от 1800 евро до 12 тысяч в год. Неподалеку от университета есть 2 студенческих общежития, стоимость проживания в которых составляет от 200 евро до 420 евро. Приемная комиссия в этом университете начинается с 1 марта, а тут 1 июля. Стоит заметить, что принимают не всех выпускников. Были профессиональные биология и химия. Ну и все.